Если кто-то стесняется задать вопросы вслух, то вы можете написать на листочке. Просто, да, кинуть меня этим листочком. Все, никому ничего не интересно, я дальше пошла, да? Ну, пожалуйста. Задавайте что. Давай, давай, давай. Спасибо. А что бы вы сами хотели рассказать? Это не было в моих планах. Я не знаю, что рассказать, что же. А, нечего, спою. Я просто сейчас спою, а потом я расскажу. Мне просто надо чуть это отойти. Будет отойти, а потом я уже приду и спою. У меня просто песни одинаково все начинаются. Поэтому я путаю постоянно. Все. А это будет? Да, это будет. Ура! Это просто на полтона ниже, поэтому что-то не сошлось. Да. Должно было быть, ты стал солнцем моим. Выходи из воды сухим. Спасибо. Это шутка, но понятно.